МВД обратилась к выпускникам и их родителям с призывом соблюдать правила поведения во время празднования окончания учебного года, а в случае чрезвычайных происшествий или правонарушений сообщать в полицию. Напомню, в нынешнем году школьники закончат учебу 24 мая. В этот день педагоги проведут для них классные часы, а 25-го организуют последние звонки. В этих торжествах примут участие только выпускники. Это порядка 180 тысяч человек, не считая их родителей. Учитывая массовое скопление людей, МВД закрепит определенных сотрудников полиции за каждой школой, а патрульные наряды будут максимально приближены к местам, где выпускники традиционно продолжают праздновать окончание учебы. В МВД напомнили, как им приходится регулярно задерживать нетрезвых выпускников за рулем автомобилей или вытаскивать из воды в неположенных для купания местах. В прошлом году подобные случаи произошли сразу в 5 регионах страны. Иногда спасти разгоряченных празднованием молодых людей и тех, кто оказался поблизости, просто не успевают. Учитывая это, призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения. В случае выявления правонарушений или предпосылок к ним, просим незамедлительно обращаться на 102, а при возникновении чрезвычайных ситуаций на номер 112.